Это океан Эльзы. Настанет день. Внизу скульптуры на постаменте
было написано: «Их нет у меня, но они есть у вас». Сегодня, когда страна Украина, ваши родные, близкие переживают войну, переживают страдания, одиночество, лишения, я благодарю Бога за Его Церковь, по всему лицу земли, которая совершает молитву за каждого человека в Украине, за каждого ребенка, бабушку, дедушку, мужчину, женщину, за каждого солдата, который защищает свою землю. Я думаю, многие из вас, которые приехали в дружественную Польшу, никогда не испытывали голод, не ночевали наверняка на улице, и Бог через свою Церковь обнял каждого из вас. Почему я выучил эту песню? Потому что я хотел в своем сердце обнять каждого человека, которого я знаю и не знаю в Украине. И вспоминаю слова Иисуса Христа, когда Он сказал: «Я был голоден, и вы накормили меня. Я жаждал, и вы дали мне пить. Я был болен, вы посетили меня. Я был в темнице, и вы пришли ко мне». И как это вы сделали для одного из малых сих, это сделали вы для меня. Порой для того, чтобы что-то сделать для Бога, необходимо сделать не так много на самом деле. Просто обнять кого-то, просто сказать доброе слово. Может быть, просто сказать, что Бог помнит, любит тебя. Ты не один, ты не одна. Просто поднимитесь сейчас и обнимите кого-нибудь в этом зале и скажите этому человеку, что ты не один, мы вместе, мы одна семья.